Здравствуйте, меня зовут Эвелина Френкель, мне 15,5 лет. Я родилась в Украине, но когда мне было полгода, моя семья переехала жить в Израиль. Раньше я каждое лето проводила у бабушек и у дедушки в Украине. В этом году я перехожу в старшую школу. Я очень люблю рисовать и часто помогаю в школе учителям рисования в младших классах. Я нигде не училась рисованию, но рисую с раннего детства. Я просто воплощаю на бумаге картины, которые рождаются у меня в голове. Все свое свободное время я рисую. Это основная часть моей жизни и мой мир. Я хочу представить вашему вниманию картину «Невинность», на которой изображена фея, спящая на поляне цветов. На этой картине мне хотелось передать спокойствие и гармонию природы, показать, как она прекрасна и невинна. Фея символизирует волшебство и магию этого мира, о котором мы очень многого еще не знаем. Картина выполнена акварельными карандашами. Мне очень нравится эта техника. Она помогает мне воплотить в жизнь все мои художественные фантазии. Спасибо за ваше внимание.